Обманщик. Видишь ли, все работает не так. Оставь этих детей в покое, иначе... Я оставлю их в покое, но взамен ты поможешь мне с моим маленьким проектом. Мы договорились или как? Сделка. Отлично. Что это? Я выполнил свою часть сделки. Теперь выполняй свою, отстой! Меня только что обманули? Фредди! Ну что ж, пора заморочить кому-нибудь голову! Снова ты! Эта голова недостаточно велика для нас обоих! Приступай! Давай, покончим с этим! Я победил! Почему я так плохо играю в камень-ножницы-бумагу? Потому что ты всегда используешь бумагу. Только не снова. В целом, эта машина решит все проблемы энергетического кризиса. Вау, это действительно впечатляет. Поздравляю, вы были приняты в Galaxy Tech, лучший колледж во вселенной. Наконец-то, после всех этих лет. Подожди, что? О нет, нет, не сегодня, только не сегодня. С возвращением, брат! Иди сюда! Обними меня! Поездка вместе! Итак, какая достопримечательность следующая? Смотри, мы почти приехали! Добро пожаловать в Silent Hill! Эта треугольная голова будет так зла! Не волнуйтесь, он медлительный! Просто продолжайте бежать! Рик и Форд. Привет, Рик. Привет, ботаник. Нашел свое измерение? Ага. Кстати, это 46-е измерение. Ты можешь навестить меня, если захочешь? Да, как скажешь. Что это на тебе надето? Посмотри сам. Это межпространственные очки. Они позволяют тебе увидеть жизнь другой версии себя самого в альтернативном измерении. Вау, круто! Это временная шкала, на которой я вовремя починил свой вечный двигатель. Я не только был принят в Технологический институт Западного побережья, но и закончил его самым высоким баллом за всю историю. Затем я основал свою собственную компанию и даже сформировал свою собственную исследовательскую группу. Если бы не мой брат, я был бы успешным ученым. Святая вафля! Я даже получил долбанную Нобелевскую премию! Спасибо. Спасибо вам всем. Принимая эту награду, я делаю это от имени всего человечества, которое верит в науку, которое верит в лучшее будущее. И самое главное, от имени того, кто верил в меня, моего брата-близнеца. Этот человек на протяжении всей моей жизни оказывал мне только поддержку. Он бросил школу, чтобы работать и выплачивать мои студенческие ссуды. А потом он вложил все свои деньги в мою компанию, помог мне пройти через все трудности. Я бы не стоял здесь сегодня без его помощи. Он действительно мой герой и мой лучший друг. Эй, Пондекстер, ты действительно это заслужил? А теперь давайте веселиться! Этот парень, он следующий Эдисон! Или Эйнштейн, или какой-нибудь умный человек в истории! Я ужасный человек! Да? Добро пожаловать в наш клуб! Последнее. Алло? Рик, это Стэн. Небольшой вопрос. Как мне провести кубики с бесконечными гранями через межпространственную таможню? Погоди, ты имеешь в виду планету или часть тела?